Всем привет. Заказал на Алиэкспресс полуавтомат. Решил снять распаковку. В принципе, не люблю видео с распаковками. Но решил, что если вдруг будет сломан, как видео доказательство, что ли, для продавца будет. Ну, надеюсь, все в порядке. Ну и вторая причина. В нашем городе вот вообще нет выбора никакого. Только лишь что пить и десанта. Все. И поэтому решил заказать на Алиэкспресс. И кто тоже может ломает голову, какой взять. Кто может боится на Алиэкспресс брать. Сейчас как раз посмотрим, стоит или нет брать на Алиэкспресс. В целости и сохранности, или он пришел в рабочем состоянии. Тут шланг. В комплекте идет. Так. Масса. Масса есть. И держак. Тоже есть. Значит. И сама горелка тоже есть. Это, наверное, защитный колпачок. Название, бренд какой-то китайский. Ну, известный уже такой. Язык сломаешь как. Хотел хитбокс брать. Но почему-то выбрал в последний момент именно этот бренд. Отзывов очень много. Все, ну, все положительные такие. Так, как открыть? А, это проволока. Одна катушка. Заказывал с одной катушкой. Ну и сам сварочник. Вроде все нормально. Давайте сейчас подключим его, чисто посмотреть, чтоб жужжит нет. Тут, наверное, две. Вот эта протяжка проволоки, железная вся, я так понимаю, это хорошо. Давайте его подключим к сети. Так, это беговая получается. Здесь клавиша выкл. Он уже включен был, получается. Так, все регулируется. Ампераж. Вольтаж. Так. Переключаем на миг. На миг тоже все регулируется. Вот такой вот аппаратик. Ссылочка будет, кому интересно, под видео. Просто я в последний момент... Я две ссылки выложу. Почему? Потому что, получается, смотрел хитбокс. Тоже отличный аппаратик такой. По деньгам также стоит. Но в последний момент я, говорю, выбрал вот этот почему-то. Ну, посмотрим. Потом в дальнейшем сниму видео в работе уже. Посмотрим, как он себя ведет. Вот, все, в принципе, все. Удачи!